Приветствую всех зрителей на моем канале за 5 минут, и из этого видео вы узнаете, как убрать надоедливые уведомления. Они вас часто могут беспокоить и доставлять неудобства. Эти уведомления появляются в строке состояния, когда вы опускаете шторку. Уведомления могут быть из самых различных источников. Например, новостные уведомления из браузеров, акции или бонусы различных магазинов, компаний, рекламные уведомления из социальных сетей, также игровые уведомления и так далее. И если вам какие-то уведомления нужны, то вы их просто оставляете и не трогаете. Если нет, то можете легко от них избавиться. Друзья, в этом видео все очень просто, я вам покажу, решается за секунду. Смотрите, пришли вам какие-то уведомления, абсолютно ненужные, рекламные, из браузеров, новостные. Что вы делаете? Вы опускаете шторку для уведомлений. Вот уведомление, да? Нажимаете на уведомление и свайпаете влево. Оп, открывается небольшое окошко. Нажимаете на ярлычок настроек. Вот. Вы будете получать уведомления т-т-т-т-т-т. Окей. Вы убираете галочку. Нажимаете «Готово», «Все», «До свидания». Этот источник прикрыт навсегда, больше вы от него уведомлений не получите. Вот так вот просто решается этот вопрос. Поэтому, если вам понравилось это видео, я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь им с друзьями, оставите комментарий, поставите лайк, подписывайтесь на канал, ребята. На этом канале будет очень много интересных и полезных видео для вас. Всем спасибо, всем успехов!